отца и сына и святаго духа, житие праведного Филарета Милостивого. Блаженный Филарет жил в Пафлагонии, в селении, называвшемся Амния благородные родители его, Георгий и Анна. С детства воспитали его в благочестии и страхе Божьем, и жизнь его украшалась целомудрием и всякими другими добродетелями. Достигнув совершенного возраста, Филарет вступил в супружество с благородной и богатой девицей по имени Фиозва, от которой у него родились трое детей, сын Иоанн и две дочери, Ипатия и Еванфия. Бог благословил блаженного Филарета, как в прежние времена праведного Иова, и умножением его имущества, и изобильным богатством. Были у него и многочисленные стада и села, плодоносные нивы, и изобилие во всем, и был известен Филарет как один из знаменитых вельмож той страны. Обладая таким великим богатством, и видя, как в то же время многие страдают от бедности и крайней нищеты, он чувствовал к ним сострадание и в умилении души говорил себе: неужели так много благ? Получил я от руки Господней только ради того, чтобы самому одному ими питаться и жить в наслаждении, угождая своему чреву. Не должен ли я разделить дарованное мне Богом великое богатство с нищими, вдовами, сиротами, странниками и убогими, которых Господь на страшном суде перед ангелами и людьми? не постыдиться назвать своими и какую пользу принесут мне в день страшного суда все имения мои, если я по скупости своей сохраню их для одного себя, ибо на том суде не получат милости те, кто не оказал милости. Итак, если ничего из нашего земного имущества взять с собой мы отсюда не можем то гораздо лучше отдать это Богу как бы взаймы руками нищих. Бог же никогда не оставит ни меня, ни жены моей, ни детей моих. Так размышляя в душе, блаженный Филарет стал милостив к нищим, как отец к своим детям. Кормил голодных, одевал ногих, принимал в свой дом странников и с любовью доставлял им всякий покой. И кто из них чего просил у него пищи ли, одежды ли, коня, вала, осла или чего-либо другого, то и доставлял ему филарет с благожелательной щедростью. Но вот наступило время, когда человека любит Господь все устраивающий на пользу человека, допустил и Филарета праведного, подобно древнему угоднику своему Иову, подвергнуться искушению, дабы и терпение святого могло проявиться подобно терпению Иова, и чтобы он, очищенный искушением, как золото в горниле, явился бы достойным рабом Божиим. В то время, по Божьему попущению, на ту страну, в которой жил Филарет, напали измаильтяне. Они опустошили всю страну и увели в плен множество жителей. Уведены были и у Филарета все его стада овец и волов, коней и ослов, и взяты были в плен много рабов его. И сам возделывал свою землю блаженный Филарет, чтобы не оказаться ему недостойным есть хлеб свой. В тот же день возделывал свое поле и один поселянин. И вот внезапно один из волов его заболел и пал. Горько заплакал земледелец и скорбел неутешно. Тем более, что и валы у него были не свои, Он едва выпросил их у своего соседа для обработки нивы. Тогда вспомнил он о блаженном филарете. Взяв свой посох, поселянин отправился к нему и, встретив его за заработаю в поле, поклонился и со слезами рассказал о своем горе. Блаженный филарет, Видя, как огорчен этот человек, сейчас же выпряг из-под ерма одного из своих валов и отдал его поселянину. С благодарностью поклонился поселянин блаженному Филарету, принимая его щедрое подаяние, и сказал, «Господин мой, Великое и достойно удивление Твое терпение, и угодно Богу Твое милосердие, но нехорошо разлучать двух валов, трудившихся вместе, и с одним трудно будет обойтись тебе самому. «Возьми, брат вала, которого я тебе дарю», — отвечал ему праведник, — «и иди с миром. У меня же есть еще вол дома». Земледелец поклонился блаженному до земли и, взяв вала, отошел — прославляя Бога и благодаря милостью во благотворителя. Филарет, взяв оставшегося вала и взвалив ермо на свои плечи, пошел домой. Когда он подходил к воротам своего дома, то жена его, увидев, что вол идет впереди, а муж ее следует за ним с ермом на своих плечах, сказала ему «Господин мой, «Где же у тебя другой вол?» Филарет же отвечал ей, «В то время, как я отдыхал после работы, а волы паслись на свободе, то один из них ушел и заблудился. Или, может быть, кто-нибудь взял его и увел к себе». Услышав это, жена Филарета сильно огорчилась и поспешила послать своего сына разыскать пропавшего вола. Обойдя много полей, юноша наконец нашел своего вала в ерме у того земледельца. Признав вала, он с гневом сказал земледельцу, «Злой, нечестный человек, как смел запрячь ты чужого вала и работать на нем! Разве это не тот самый вол, который пропал у моего отца, а ты, найдя его, похитил как вор?» и присвоил его себе. Отдай мне вала, а если не отдашь, то ответишь на суде за него, как вор. Земледелец кротко отвечал ему. Не гневайся на меня, юноша, сын святого мужа, и не обижай меня без всякой вины с моей стороны. Ведь отец твой, сжалившись над моей бедой и нищетой, добровольно дал мне этого вала своего». Услышав это, юноша устыдился своего напрасного гнева. Поспешив домой, он рассказал обо всем этом своей матери. Она же, выслушав его, со слезами воскликнула. «Горе мне, бедной жене немилостивого мужа!» И рвала на себе волосы, и с криком и воплями, прибежав к своему мужу, упрекала его. Взглянув на жену свою, блаженный Филарет с крутостью ответил ей, «Послушай, что говорит сам Бог богатой милостью. Воззрите на птиц небесных, которые не сеют, не жнут и в житнице не собирают, а Отец ваш небесный питает их. Ужели не пропитает Он нас, несравненно более дорогих Ему, чем птицы?» и она заплакала, не находя возражений на благоразумные слова своего мужа. Не прошло после того и пяти дней, как и тот вол, которого подарил поселянину блаженный Филарет, наелся ядовитого растения и пал. Это привело в недоумение поселянина, и снова, придя к Филарету, он сказал ему, «Господин, согрешил я пред тобою и перед детьми твоими, что разлучил пару валов твоих. Верно потому и не допустил меня праведный Бог получить пользу от вала твоего, ибо он объелся какого-то зелья и издох». Не промолвив ни одного слова, блаженный Филарет быстро привел своего последнего вала и, отдав его поселянину, сказал — возьми, брат, этого вала и уведи его. Я же должен отбыть в дальнюю страну, и не хочу, чтобы рабочий вол оставался без меня в дому моем праздным. Сказал же это блаженный, ради того, чтобы человек тут не отказался принять от него и другого вала. Поселянин же, приняв вала, возвратился в дом свой, удивляясь великому милосердию блаженного мужа. И осталось тогда у святого Филарета из всего его имущества только корова с теленком, один осел да несколько ульев пчел. Между тем, один бедняк из дальней стороны, услышав о Филарете милостивом, пришел к нему и стал просить его, говоря, «Господин мой, дай мне одного теленка из стада твоего, чтобы и мне послужил твой дар в благословении от тебя, потому что мне известно, что даяние твое приносит благословение в дом и всячески обогащает его». С радостью привел тогда своего единственного теленка блаженный Филарет и отдал его просящему, сказав, Господь да не спошлет тебе свое благословение, брат, и да даст тебе изобилие во всем, что тебе требуется. И поклонился Филарету тот человек и ушел от него, уведя с собой теленка. Между тем корова, не видя своего теленка, стала искать его и, не находя нигде, подняла жалобный рев во весь двор. Все домашние Филарета сильно жалели о корове, особенно же огорчилась жена Филарета. Со слезами она стала упрекать мужа, говоря, «Вижу ясно я теперь, что ты нисколько не заботишься обо мне, жене своей, и детей своих заморил ты, а теперь даже не пожалел и бессловесной скотины, кормящей своего теленка, и без милосердия отнял его от матери. Слыша такие слова от жены своей, праведный Филарет отвечал ей с кротостью. «Вот теперь ты истинную правду сказала, жена моя. Действительно, я не милостив и не милосерд, так как разлучил малого теленка с его матерью, но теперь я лучше поступлю». И, поспешив вслед за человеком, уведшим теленка, филарет стал звать его Возвратись, брат, возвратись с теленком. Корова без теленка не дает нам покоя, ревет и мычит у ворот дома. Бедняк, услышав это от филарета, подумал, что он хочет отнять у него подаренного ему теленка, и сказал сам себе, Видно, недостоин я получить от всего праведного мужа даже одну эту малую скотину. Вероятно, он пожалел о нем и зовет меня, чтобы отнять его у меня. Когда человек тот возвратился к Филарету, теленок, увидав мать свою, побежал к ней, а также и мать с радостным мычанием бросилась к нему» теленок припав к сосцам ее, долго не отходил от своей матери. Жена Филарета, видя это, радовалась, что теленок был возвращен в дом. Блаженный же Филарет, увидев бедняка печально стоявшего и не осмеливающегося даже выговорить ни слова, сказал ему, «Брат, жена моя говорит, что я согрешил, разлучив теленка с его матерью». И это правду она сказала. «Посему возьми с теленком и корову, и ступай с миром. Господь да благословит тебя, и да умножит и твое стадо, как некогда и мое». И взял человек тот корову с теленком, и пошел с радостью домой. И благословил Бог дом его ради угодника своего Филарета». Вскоре после того наступил голод в той стране, и праведный Филарет дошел до последней крайности нищеты. Не имея чем прокормить свою жену и детей, Филарет взял осла, который только один остался у него, и пошел в другую сторону к одному своему другу. Взяв у него взаймы шесть мер пшеницы и навьючив ее на осла, он в радости возвратился в дом свой и насытил жену и детей. Когда же Филарет отдыхал у себя дома после дороги, то пришел к нему нищий и просил дать ему одно решето пшеницы. «Жена», — сказал тогда сей достойный подражатель Авраама, обращаясь к ней в то время, как она сеяла пшеницу, «я хотел бы дать этому нищему, одну меру пшеницы. Жена отвечала ему, подожди, пока насытятся твои дети и твоя жена, и прежде всего дай мне одну меру и твоим детям по мере, и также работнице нашей, а что останется сверх того, то отдай кому хочешь. Он же посмотрел на нее и засмеявшись сказал, а для меня ничего не оставишь. «Но ведь ты ангел», — возразила ему жена, — «а не человек, и в пище не нуждаешься. Если бы ты нуждался в пище, то не раздавал бы другим взятую взаимопшеницу. пшеницу». Филарет молча отсыпал две меры пшеницы и отдал их нищему. Тогда жена Филарета окончательно вышла из себя от огорчения и досады и закричала ему — дай нищему уже и третью меру, потому что у тебя много пшеницы. Филарет отмерил еще меру и отпустил бедняка. Между тем, о бедственном положении Филарета услыхал один из его старинных друзей, человек богатый. Он послал ему четыре воза, нагруженных пшеницей, каждый по десяти мер, и при этом написал ему «Возлюбленный брат наш, человек Божий, посылаю тебе сорок мер пшеницы на пропитание тебе и твоим домашним, а когда все выйдет у тебя, тогда пришлю тебе еще столько же, а ты помолись о нас Богу». Приняв этот дар, Филарет в чувстве благодарности за милость Господа пал на землю Затем, поднявшись и простирая руки к небу, произнес: Благодарю тебя, Господи Боже мой, что Ты не оставил меня раба Твоего, возложившего на Тебя все упование. Видя такую милость Божию, жена Филарета успокоилась и скротостью сказала мужу: Господин мой, отдай мне и детям нашим пшеницы столько, сколько найдешь нужным а также отдай и взятое взаимы у соседей. Себе же возьми свою часть и поступай с нею, как хочешь. Филарет так и поступил по словам жены своей и разделил пшеницу, оставив себе пять мер, которые раздал бедным в два дня. Наконец, святой Филарет дошел до такой нищеты, что не имел уже больше ничего». А на другое утро опять пришел нищий к Филарету и просил у него милостыни. Блаженный Филарет снял с себя верхнюю одежду и отдал ему. В те времена престол греческого царства занимала христолюбивая царица Ирина с сыном своим Константином. Так как он достиг уже совершеннолетия, то разосланы были по всему греческому царству избранные, надежные и благоразумные люди, чтобы отыскать красивую, добродетельную и благородную девицу, которая была бы достойна вступить в брак с юным царем Константином. Посланные мужи, желая успешнее исполнить царское повеление, тщательно обходили все области, города и даже глухие местечки. Между прочим, пришли они и в селение Амнию в Пафлагонии. Они издалека еще увидели красивый и высокий дом Филарета, думая, что там живет какой-нибудь знатный и богатый владелец той местности, они послали туда своих слуг, чтобы те приготовили им там помещение и трапезу. Блаженный же Филарет, как только увидел подходящих к его дому людей, взял свой посох и вышел им навстречу. Поклонившись им до земли, он принял их с радостью. Поспешив затем к своей жене, Блаженный сказал ей. Дорогая Фиозва, приготовь хороший ужин, чтобы угостить почетных гостей, пришедших издалека. Феозва возразила на это, из чего же мне приготовить хороший ужин? Во всем нашем доме нет ни игненка, ни даже курицы. Но муж снова сказал ей, Разведи, хотя только огонь, и приготовь верхнюю палату. И вымой наш старый обеденный стол. Господь же, питающий всякую плоть, даст нам и пищу, которую мы угостим тех мужей. Феозва принялась исполнять повеление и желание своего мужа. Между тем зажиточные жители того селения, узнав, что царские посланцы остановились в доме Филарета, поспешили принести туда овец, баранов, кур и голубей, хлеб и вино, и вообще все нужное для принятия стольких гостей. Получив эти приношения, Фиозва стала приготовлять из них разные кушания и устроила ужин в верхней комнате. Сюда и собрались царские послы и удивлялись такому ужину в доме совершенно бедного человека. Но более всего их трогало глубоко задушевное гостеприимство хозяина, который и видом своим, и обращением походил на самого Авраама-странноприимца. В то время, как гости сидели за столом, вошел сюда сын блаженного Филарета Иоанн, похожий на своего отца, и собрались также внуки блаженного, которые и стали усердно прислуживать гостям за столом. Смотря на них, гости любовались их чинным и приличным обхождением и спросили Филарета, а есть ли у вас дочери? У старшей моей дочери, отвечал им блаженный Филарет, есть три девицы дочери. Гости тогда продолжали, пусть придут сюда те отраковицы, чтобы нам видеть их. Ибо мы имеем повеление от пославших нас царей наших осмотреть всех молодых девиц во всех греческих областях и избрать из них прекраснейшую, достойную царского брака. Как прикажете, господа мои, так и будет, отвечал им блаженный Филарет. Однако же при этом прошу вас, выслушайте меня милостиво благоволите сами пройти во внутренние покои моего дома, где вы и увидите девиц наших, так как они никогда еще не выходили из бедного жилья нашего». Гости тотчас встали и пошли вслед за Филаретом в его семейные покои. Там их встретили три девицы, скромно и почтительно поклонившись при этом гостям когда же послы царские увидели при этом, что внучки Филарета самые красивые из всех девиц, виденных ими во всех греческих областях, то они не могли удержаться от восторженного удивления и избрали в невесты старшую внучку блаженного Филарета имени Мария. Довольные успехом своего дела, царские послы пригласили Марию вместе с отцом и матерью, дедом и со всеми их ближними и отправились с ними в царскую столицу Константинополь. Вместе с ними отправились и еще десять избранных в других местах девиц. По царскому повелению они были представлены царю и матери его. После всех – Представлена была внучка праведного Филарета Мария вместе с матерью, с дедом и со всеми ближними ее. Увидев их, поражены были душевной добротой и благоприличием их и царь, и его мать. И немало дивились все и красоте Марии, на лице которой ясно выражены были ее добрые качества, кротость смирение и страх Божий. И сильно понравилась она царю, и он обручил ее себе в невесту. Вторую же сестру ее избрал себе в невесту один из приближенных к царю вельмож, знатный Патриций, а третья сестра была выдана замуж за правителя Лангобардов, чтобы через этот родственный союз утвердить с ним мирные отношения. Бракосочетание царя с внучкой блаженного Филарета сопровождалось большими увеселениями. В них принимали участие и вельможи царские – и народ, и вся семья блаженного Филарета. Царь искренне полюбил блаженного старца и, приветливо обнимая, поцеловал его почтенную голову. Похвалив Филарета за благочестие его и всей семьи, царь окружил их всех большими почестями и одарил серебром, золотом и драгоценными каменьями, роскошною одеждою, большими и красивыми домами и другим имуществом. Почти в блаженного таким образом царь отпустил его с семейством в дарованное им великолепное жилище. Получив такие богатые дары, жена Филарета и дети его, и все домашние его вспомнили слова Филарета, не раз говорившего им – что у него сохраняются в тайном месте сокровища, которые Бог приготовил для них. Так, проводя всю жизнь свою в смирении и благотворительности, Филарет приблизился к блаженному концу своей жизни. Извещенный о том от Бога, блаженный Филарет, будучи еще здоровым, тайно от всех – отправился в один из цареградских монастырей. Вскоре после того, раздав все свое имущество нищим и убогим, Филарет заболел в том монастыре и слег в постель. На девятый день он призвал к себе жену и детей и всю семью свою и сказал им приветливо тихим голосом. «Дети мои, не дорожитесь кратекущим богатством, страннолюбие не забывайте, заступайтесь за вдовиц, помогайте сиротам, посещайте болящих и заключенных в темницах, не чуждайтесь общения с церковью, чужого не похищайте, никого не обижайте, не злословьте, не радуйтесь скорбям и бедствиям даже врагов. Мертвых погребайте и совершайте память о них во святых церквах, так же и меня недостойного поминайте в ваших молитвах, пока и сами не перейдете к блаженному вечному житию. Помолившись о своей супруге, о детях, о всех родных своих и о всем мире, блаженный Филарет просиял лицом, как солнце и стал радостно воспевать псалом Давида. По окончании вся комната наполнилась чудным благоуханием, как бы от пролитых благовонных ароматов. После псалма того, блаженный стал произносить молитву, и когда произнес «Да будет на все воля Твоя», то, подняв руки к небу и вытянувшись на одре, предал душу свою Господу. Ему тогда было отроду 90 лет. Молитвами святого праведного филарета милостивого Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.